Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами Вора, золотое издание. Итак, мы с вами продолжаем спускаться вниз в Бонхард в поисках Рога Гвинта. Квинта, не Гвинта, а Квинта. Я все Гвинт, все Гвинт, все Гвинт. Рога Квинта. Вот. В прошлой серии мы нашли, короче, какое-то святилище, где было полно-полно огненных стрел. Из записи мы узнали, что стрелы, и из комментов, которые вы написали, стрелы нужны нам будут для... Опа. Смотри, дохлый бурик. Стрелы нужны нам будут для того, чтобы найти душу мистика. Вот. Так, а я смогу забраться? Да. Вот. Так, а мухи кусаются, мы знаем, да? У нас уже кусали как-то. Окей. Далее мы нашли вот эти вот пещеры, и в этой серии мы будем с вами их... Будем с вами их, короче, исследовать. Так, смотри, здесь стрелка. Только непонятно, а стрелка указывает... Именно сюда, или этот камень откололся где-то вон оттуда. Окей. Ну ладно. Бог с ним. Тут, кстати, смотри, веревка. Мы там были, нет? Что-то мне подсказывает, что были, да? Что-то мне такое подсказывает, что мы оттуда пришли. Сейчас взгляну по-бырому. А нет, смотри, какое-то другое место. Окей. Но давайте-ка сейчас здесь обежимся еще. Пробежимся. Так, запомним, здесь у нас труп, это будет ориентир. Так, это что такое? Понятно. Это был обед буриков. Так, ты чё? Будешь кусаться, нет? Окей, мы их спугнули, и они теперь бегают, носятся. Вы, кстати, писали, что их можно оглушить дубинкой все-таки. У меня это не получилось, вот. Так, погоди. Ну, в принципе... Опа, крестик. Погоди, а здесь крестик. Хм. Ну, давай-ка здесь пошаримся. Ладно, давай здесь пошаримся, охренеть. Вот как тут не заблудиться, а? Так, ладно, там выход. Пошли, короче, давай. Наверное, начнем слева. Запомним, мы пошли влево. Наверх куда-то. О, ништяк. А, и здесь тупик. Хорошо. Ништяк. Вы написали, что это только начало. Пещера — это только начало. Нас ждет там... Ого-го, какое, так сказать, приключение. Так, мы пришли вот оттуда. Идем, короче, направо. Бляха, иди... Охренеть ходов. Так, ладно. Давай спустимся. Мы повернули направо и спустились, короче, вниз. Вот здесь много мертвых буриков. А они не оживут? Типа зомби. Судя по всему, они лежат уже давно. Видишь, сгнившие какие-то. Фу, мухи тут. Фу-фу-фу, мухи. А, ну все, понял. Это все ведет в одну сторону. Все, идем тогда. Теперь, короче, идем прямо, не спускаемся. То бишь, спускаемся, но не там, где... Опа, здорово, бурик. Так, меч. Насколько мы поняли, бурики, они не бьют, не дерутся. И их вот так вот оббегаешь, и все.
Извиняй, короче, но тебя придется убить. Потому что ты мне мешаешь. Так, окей. А, здесь вообще подъем куда-то. Бог ты мой. Охренеть. Блях, вот эти вот штуки, вот эти вот склепы, они настолько мрачные, атмосферные, просто жуть. Аж мурашки по коже идут. Смотри, статуи с молотом. Так, водяная стрела. Окей. Бляха, смотри, как просто прям до жути, да? Такое ощущение, вот они, смотри, наблюдают, просто наблюдают эти статуи. Жесть. Так, ты чё, у нас труп? Окей. Здесь у нас Мамирус. Мамирус. Так. Я почитаю о нём. Похоже, я ошибался насчет сердца мистика и умру за свою ошибку. В той древней табличке, что я нашел, говорится, сердце находится в комнате статуй, взгляд которых смертелен. Статуи есть и здесь, но мне ясно, что это не то место. Я не осмеливаюсь возвращаться вниз, там рыскают стаи буриков, сбешенных моим вторжением. Если они не уйдут, я сдохну от голода в этом богом забытом месте. В итоге он, короче, получается, сдох от голода. Так, сердце мистика. И он говорит, что это не то место. Что за горы-то? Так, и он говорит, что это не то место. Значит... Взгляд которых смертелен. Ну, эти вроде как нормальные. Ладно, окей, я понял. Это значит не то место получается, да? Здесь мы просто узнали информацию. Окей. Так, ну в принципе здесь больше нам делать нечего, я так полагаю. Больше ходов-то вроде как и нет. Теперь остается идти туда, на веревку. Также, да, получается, здесь у нас трупы буриков. Там мы были. Я же тут ничего не упустил, нет? Сейчас я еще раз взгляну. А, ну да, здесь мы взяли, короче, эту штуку. Алмазик или кто он там? Окей. А про веревки, про стрелы с веревками вы написали, что они, нужно быть внимательным, они, короче, действуют чисто только, когда я выстрелю в... Блин, я с этого места с высоты с такой спрыгивал. Действуют тогда, когда я выстреливаю... В деревянную, там, ну, короче, в деревянную плоскость. Так, окей. Где у нас тут? Так, ну, в принципе, вот сюда, да? Ну, погнали. Стрелка, стрелка, смотри, здесь стрелка. Ну, это показана стрелка, типа... Ну, типа выход, да. Вы это... Там в комментах тоже писали, что стрелки, в принципе, выход. Так. Так, это оттуда это прыгну, да? Нет. Здесь вот стрелка, смотри, она тоже, наверное, показана выход. Ну, давай-ка, сейчас я здесь заберусь. Хотя выход, видишь, в ту сторону. Ну-ка я здесь сейчас гляну, что здесь такое. Охренеть. Ха, могилы с музыкой. Здорово.
Охренеть. Так, ладно, давай-ка сюда не пойдем. Видишь, стрелка указывает на выход туда, значит, пойдем туда. Я сейчас проверю все вот такие вот, типа, отходы. Ух ты! А там, смотри, вода, там еще вниз можно. Окей. Так, я сохранился. Попробуем. Ай-яй-яй! Фу, охренеть ходов! И вон там еще. И вон там еще. И вот здесь. Уж ты мой. Тут вообще не грех заблудиться. Книжка. Чел. А это что? А, это одеяло, да? Так, что здесь? Феликс отмахивается, но мы точно нашли следы того, что Адольфа побывал тут до нас. Не знаю, нашел ли он тот знаменитый камень, про который вечно болтал. Но если камень все еще здесь, то он стоит куда больше, чем этот паршивый рок Квинта Шминта. Или как там называется эта штуковина. Если я правильно понял знаки Адольфа... понял знаки, Адольфа был уверен, что глубоко под туннелями буриков что-то есть. Глубоко под туннелями буриков. Вот мы сейчас в туннелях буриков. Типа глубоко под ними где-то что-то есть. Окей. Глубоко под ними, говорит. Глубоко под ними, это под водой, нет? Здесь ничего нет. Ладно, всплываем, а то сейчас захлебнусь. Ничего ненароком. Так, окей. Есть ли здесь еще какой-то выход? Не, ну в принципе здесь нет. Получается. Это получается сделано для того, что если я не допрыгну, упаду, мог я вернуться назад. Я понял. Правильно же понял? Я правильно, наверное, понял. Так, окей. Значит, мы с вами, короче, пока будем смотреть вот эти туннели буриков, потому что, как написано было, значит, здесь что-то есть. Так, окей. Надо перепрыгнуть. Опа. Отлично. Так, ну можно вон туда. Можно как-то здесь. Но там еще, смотри, проход. Ну-ка, давай-ка попробуем вот так. Оп. Отлично, бурики. Их может, в принципе, не убивать, как я так понял. Ну, как получится. Он на меня навонял. Я не могу его обижать. Ну извиняй, друг. Я не хотел. Вы сами нарвались. Так. Здесь ни черта нет. Там еще дырень. Как туда попасть? А почему я не могу? А, мне он мешает. Так, смотри, еще наверх, и здесь. И тут. Да что такое-то? На каждую дырку реагирует. А, ну вот и выход. Это понятно. Это вот она. Дырень. Ясно. Понятно. Интересно, вот эти туннели, как это эти бурики? Они прогрызли или своими маленькими лапками копали это все? Темень, да и только тут. Просто вырви глаз. Допрусь. Главное, чтобы потом найти выход.
Охренеть. Тут, кстати, смотри, вон можно это стрелой попробовать, да, забраться. Ну окей, давай-ка мы вниз поплывем, потому что написано было под тоннелями буриков что-то есть. Так. Я тут... Это что-то... Золотая кость. Интересно. Смотри, да тут реально гробница какая-то, да? Охренеть. О, дырка. Так, ну ладно. Боже ты мой, это куда я вылез? Ёпти мать. Только зенобарей. А ты упадешь? Нет, вниз. Падай вниз. Падай. Бляха, смотри, какой настырный, а. Все, сюда больше не пойдешь. Нет, смотри, идет. Бляха, ублюдок, а. Так, стой. Где мы взяли там эту штуку? Здесь? Да, ужас. Ужасти, да и только. Так, ну в принципе можно было еще попробовать там это по веревке забраться. Ну, ладно. Бляха, здесь их много. Просто очень много. И ходов здесь просто километр. Так, а это ничего не открывается, да, нет? Леха. Опа, смотри, туннель. А! Так я снова опять вернулся сюда, что ли? Да ладно. А как же эти... Что-то в туннеле. Или про это и говорится. Типа. Под туннелями буриков что-то есть. Ну-ка, я здесь ничего не пропустил. Никаких ходов, а то здесь так темно. Божечки мои. Ну, в принципе, нет. В принципе, нам туда. Давай я сейчас попробую забраться. Так, он, где у меня стрела с веревкой огненная? Так, стрела, дубинка, меч. А где у меня вот стрела с веревкой? Окей. Леха, я думал... Что? Это вся... Я думал, будет до самого конца. Леха. Ладно. Минус стрела с веревкой. Жесть. О,
смотрю, что я. Вот и пропустил. Бляха, вот надо смотреть вот внимательно. А внимательнее будешь смотреть, можешь утонуть. Окей, так. Окей. Тогда, раз мы пробрались куда-то в какие-то поющие могилы, как сказал Гаррет, давайте здесь сохранимся и продолжим уже в следующей серии. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.